не в угол, а играли борьбы. Ладыгин сыграл. Фонда с мячом. Еще один удар и гол. Здорово, не сильно, а точно в дальний угол. Причем во второй раз справа идет вдоль ворот и левой ногой посылает мяч в ворот. 1-0. 15-я минута, ЦСКА впереди. И водички можно попить. Красивый гол. Умный гол. Вот знаете, вот мог же бить со всей силы. А нет, точно посылал мяч в угол. Такой ударом средней силы. Смотрите. Как бы подрезает мяч, подсекает его. И он даже идет по дуге. Сверху вот мяч опускается в дальний угол. Смотрите. Опускается в дальний угол. Ладыгин не допрыгнул. Три человека были обыграны. Вначале Лукович, потом Тимощук и потом Зырянов. То есть на замахе все.